Спокойно, спокойно. Это великая одежда города, но у вас куда со мной вместе не знали, да? И только служит Господу. Привет, малыш. Мальчик. Эй, what's up, man? Правузи. Я один из 100%, кто понимает, что это мальчик. Да? Ну, он, да, похож. Красивый. Волосатый. Так дети меньше болеют. Да. Эй, привет. Эй, а почему ты не там? Почему ты не с детишками? Иди, детишками, присоединись к ним. Это великая честь, чтобы присоединиться, потянуть колесницу Господа. Иди туда. Иди туда быстренько. Спасибо, дорогие. Фотограф снимает тех, а его никто не снимает. А? Фотограф всех снимает, а его никто не снимает. Как бы это не самое главное в жизни. Ну что, тоже это, чтобы было для память. Истории? Конечно же. У меня память тут. Так вот это, чтобы потом визуально посмотреть, где вот я был. Смотри, не смотри, потом Кришна такой щелкнет и выключится, да? Дети будут смотреть. Да. Давайте я сфотографирую. Папа работает. Коля так персонально одной рукой. Долгие годы тренировок. Камера-то нелегкая, да. Килограммная.
конфеты с колесницы. Там, где сейчас кафе, там тоже накрывали.